В муниципалитетах подводят итоги 2017 года. Что сделано и какие перспективы появляются у Новочебоксарска, обсудили на расширенном совещании с активом города. Приоритеты перед местными властями расставил глава республики. Перед началом совещания Михаил Игнатьев ознакомился с выставкой, пообщался с жителями города-спутника. Затем провел рабочую встречу с главами муниципалитета. Михаил Игнатьев отметил, что в Новочебоксарске появилась задолженность за аренду муниципального имущества и земель. На начало года объем долгов составил почти 39 миллионов рублей. Обсудили также ход ремонта дворовых территорий. Эту же тему подняли и на открытом совещании. В 2018 году Новочебоксарск продолжит участие в президентской программе «Безопасные и качественные дороги». К слову, за 4 года благоустроено 117 территорий. Только в 2017 году отремонтировано 16 дворов. Кроме этого, продолжается реконструкция биологических очистных сооружений. Ведется строительство второй карты складирования полигона ТБО. На Чебоксарской ГЭС проводится комплексная модернизация. Что касается инвестиций, то их объем по итогам 2017 года составил 5 миллиардов 200 миллионов рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году. Особую роль в достижении текущих показателей сыграла ООО «Хивель», где в 2017 году был завершен первый этап модернизации технологической линии производства солнечных модулей. В 2018 году будет завершен второй этап модернизации производства. Объем инвестиций составит не менее 2 миллиардов рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обозначил основные перспективы реализации инвестиционных проектов. От успешной работы в этом направлении зависит наличие высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, отметил глава региона.